удалось победить. Какие вот сейчас чувства, эмоции? Не, вы что, правда что ли? Ну, чувства, самые эмоции, самые положительные. Победили хорошего соперника, играющая команда. В лиге, наверное, немного столько играющих команд. Действительно, серьезный соперник. Неплохо они играют. Факел сначала уверенно повел в счете со счетом 2-0. Ваш второй мяч вы забили в ворота соперника. Но потом они один мяч отыграли. Насколько было волнительно? Волнительно всегда волнительно, наверное, когда минимальная разница в счете. Не знаю, я считаю, что мы контролировали игру, держали в своих руках. Что-то во втором тайме у нас не получилось, в первом тайме больше получилось, забили два мяча. Из-за этого, может, чуть-чуть как-то отошли, играли вторым номером. Не получались у нас быстрые атаки, вернее, предпосылки были хорошие, а не реализовали. Если бы наказали, забили бы третий, остудили бы просто и все. Ну, не реализовали. Будем работать, есть на чем работать.